номера своих персональных данных в банке. Господи, у тебя картина коревой висит. Как ты вообще живешь? Это не моя картина, мне вообще плевать. Я такого бы и не стал покупать. Ты жене так и сказал? Не, ну это видишь, это тут, короче, сложная схема с квартирой. То есть это, тут еще. Мы даже сейчас не задуряемся с ремонтами, потому что если мы уезжать скоро, зачем сейчас время тратить? Так чья картина, где ты живешь-то? Не, квартира ее, но они тут жили с братом некоторое время со своим, поэтому. Это брат повесил картину? Не, квартира ее, но. Я не знаю, я даже не спрашивал, если сейчас мне эта информация не очень нужна. Что ты сделай, ты посмотри на картину. Вообще, блин, я считаю, что она. А вдруг у меня вебка криво висит? Погоди, я сейчас выровняю картину. Господи, как криво висит картина, Серёж. Теперь ты криво висит. Нормально, все, теперь прям. Нет, она не так криво висит, она не по центру, по рисунку обоев. А, это да, забей. Там обои вообще переклеивать надо, по-моему, они там отклеиваются в некоторых местах уже. Ну да, я догадаюсь. Это не твое дело, и тебе это вообще не интересует. Правильно? Не, ну просто если сейчас начать вообще ремонт делать, тут можно надо долго осесть, и как бы пока это сделаешь, потом другое что-то придет, что-то еще это сделать. Я потом другое что-то придет. В унитазе в клапан поменял, и все, и мне достаточно. Алло. Вот и ты. Привет. Здравствуйте, ты. Всем добрый день. Тебе клапан в унитазе не надо поменять? У нас есть специалист. У БСП есть опыт. Да, да, да. Это сейчас какой-то эвфемизм или что? Нет, 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 буквально. Только что проскочил инсайт просто. Сережа сказал, что специализируется теперь на клапанах. Заработал свой первый миллион на клапанах. Ну да. Не, Идис, кстати, классные клапаны. Они прям очень быстро заполняют и сразу открываются без всяких там. Потому что есть какие-то... Ты продаешь, да, насколько я понимаю? Не, я просто... MLM уже какой-то унитазный. Ну, точнее, на них менял несколько раз. Могу точно сказать, что они классные. Сколько тебе заплатило? Компания-производитель. Если бы Бунич, она... Он их производит. Ты их сам производишь? Да. А, кстати, это вы посмотрели, да, ссылку BSP Production? Я охренел. Я вам в Discord кидал. Если честно, мы охренели, несмотря ссылку. Мы просто сразу охренели. Я такой, вот это, ты знаешь, что совпадение такое? Так, все. BSP студия делает переводы. Это прям что-то... Хвиникс. А это мог быть ты. Да. Да не, это мог быть твой сайт, твои переводы. Сережа, там. Ох, Серега, Серега. Ну, качество перевода я не оценил, но качество дубляжа там. Ну, конечно. А ты можешь выйти и конкурировать с ними с таким же именем. Да, делать мне ничего. Говорить, а ты будешь True BSP Production. Да, 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 нет, спасибо. Крабушка, у меня тут с клапаном проблемы. Можешь телефон Сережи, пожалуйста, в личку? Зачем в личку? На сайте сейчас напишу. Это кардан, с твоим клапаном я разбираться не хочу. Там клапан в унитазе только. Так. Ой, Саша, что произошло? Что? Воду горячую отключили. Тебя покусали, Эмма? Что случилось? Ой, нет... Ну, нам нужны подробности. Что? Подвисло, конечно. Ой, нет, и что? Это была законченная фраза, все. Понял. Блин, как вот, я все время забываю, как вертикально сделать полноэкранный режим, вот так. О, все, четенько. Четенько. Поп-аут сделаю. Поп-аут. Давайте посмотрим, как на стриме там все захвачено. Пока никак не все захвачено, все в порядке. Я понял, хорошо. Осталось пока... меньше минут. Наши специалисты пока работают над этим вопросом. Ваш стрим продолжается, мы просто оставили предпросмотр. Все нормально, ребята. Главное, ну, не паниковать. Все будет хорошо. Я ромашку вообще пью, мне нормально. Че, женился, уже сразу ромашку начал пить? Не, я ромашку заранее, за 3 года больше начал пить за этого. Молодец, готовился. Это я понимаю, подготовка к свадьбе. Так, надо это... Сейчас, давайте там просто разжаловались, что вебки там какие-то кривые, сейчас, ну, в смысле, маленькие. Я их максимально увеличил, теперь не будет... А не маленькие, просто, скорее всего, там разрешение плохое, потому что... Ну, потому что мне не разрешают делать вебки большие. Все, красиво. Лэнсфлеер у меня теперь сверху. Друзья, мы будем смотреть в предыдущих сериях? Или... 37 минут? Да. Ладно, давайте начнем сразу. Я потом залью на свой канал на YouTube, ребята.
Вы знаете, где контент найти. Так, ну у нас все, начало. Вы игру видите, все, чики-пуки. Я звуки не слышу пока. Их пока и нет, все в порядке. А теперь слышишь? А, вот, да, теперь слышу. Так, друзья, это третья серия прохождения детективной визуальной новеллы. Подождите, он же был молодым, почему он стал первоклассным? Когда он успел повысить свою... Он никогда не был молодым. Да? Он был старым с рождения? Да. В общем, приключения, юридические приключения в инстанциях одного талантливого молодого адвоката, который старается помогать людям, но у него пока не все получается. На чем, помните, что там, давайте вкратце, содержание предыдущей серии? Кто что помнит вообще? Я все помню, но это долго будет. На 34 минуты. Умей излагать сжато. Мы бросились искать улики, опрашивать свидетелей, чтобы помочь Майе. Мы это все вроде как сделали, и вот начинается слушание. Хотя даже не ее адвокат официально пока еще, насколько я помню. Мы ей сказали, мы будем тебя защищать, но никому больше мы не говорили это. Вот. Панивура, нафиг потом заливать то, что нужно показать перед началом, спрашивает Катернатив. И теперь я уже не могу отказать автору этого ролика. Поэтому смотрим, друзья. Так, 30 смотрим. Минут есть у нас, да, еще? Да ладно, она 5 минут длится. Это весело. Это весело, задорно. Захват источника. Я готов. Итак, внимание, друзья. А нам куда смотреть? А вам? Я, честно говоря, не знаю куда. Наверное, на стрим. Пойдем стрим больше смотреть. Хоть... предыдущих сериях. Посмотрим. Миш, ты главный герой всегда был. Миш. Ты будешь Фениксом. Рай! Направо, типа? Направо. Направо. Я не могу жить без нее. Мистер Райт. Мистер Ронг. Ронг. У нас тут все лысые. Почему вы с прической? Орудием убийства послужила эта статуэтка. Ваша честь, подсудимый лжет. Лжет? У меня сейчас волосы отрастут обратно. Так, кто будет у вас звучать? Он мистер Уидел. Я Уидел. Я Уидел. Трататошки, та-та. Ах ты, миленький, Варенечка просит. Ой, извините, я дурак. Я пойду, мне в дурку надо. Две штука. Крайний. А! А, стойте, стойте, я вспомнил. Это ж было... Это была другая женщина, и другой дом, и это был другой какой... день. Я не в то сдал, сюда пришел, да? А на самом деле я не слышал время, я его увидел. Я же увидел, я увидел. Да вы посмотрите на лицо свидетеля. Оно максимально основательное. На этом основывается все по лицу. Понимаете, я эти часы, я слышал их, я видел, я... А вот мои волосы нашлись. Судья, заберите свои волосы. Я вас ненавижу. Звук, который слышал мистер Уидл, слышал, а не Уидл. Продолжаем. Определенно шел... Не отвлекайтесь. Мистер Слющел, это уже другой, это брат его. Это ничего не доказывает. У меня есть на это слушать. Вот это аргумент, спасибо. Мысли нестандартно. Дай на лапу судье! Этого хватит, мистер Уидл? Или лучше сказать, услышал? А, мистер убил? А, вообще-то эти часы сделал я. И убил ее тоже, и убил ее тоже я. Спасибо, ребят, спасибо. Где мои чертовы волосы? Я клянусь, убью кого-нибудь этими часами, если мне волосы не вернут. Видимо, шеф ушла без меня. В мир иной она ушла без тебя. А долго и всерьез, да. Теперь ты здесь шеф, братан. Да и сестра в обмороке. Там сестра в обмороке тепленькая вообще лежит. Феникс, у тебя сегодня хороший вечер намечается. Жертва оставила эту надпись собственной кровью. С последних сил она написала имя убийцы. А ты поэт? Убийцы. Но я не... Я закрыта. Так, она говорила что-то такое. Хотите, она вам сама расскажет. Ты что, нормально, ты что? Некромант, что ли? Все послушники так одеваются. Послушник, это точно некромант. По этому адресу находится фирма одного известного адвоката. Можете его позвать, потому что вы что-то вообще тупите конкретно. Примерно в 15 лет назад нашу семью вовлекли в одно расследование. И один человек, он разрушил жизнь моей мамы. Это был мой папа, да? Нахлобучил!
Полиция попросила маму связаться с жертвой убийства. Ну да, я так и представляю, вижу это все в официальном протоколе. Митю связался с жертвой убийства из того света, она сообщила, что убийца почтальон. Почтальон такой, вы че, ребята, вы охренели? Я 3 дня здесь работаю, все в этой деревне. Может, она инвалид, у нее с руками что-то не так. Парализованная. Вот потому этими руками я все. Это может она и писала на записку тут. Из ящика комода торчит отвертка. Она же такими ручками вообще не может. Интересно, что внутри. О! А что ты делаешь? А ну-ка, руки прочь! Коль, и все-таки. Что там внутри? Потом посмотрю, говорит. Ну вот я, мальчик мой. А ты будешь моим мальчиком? Чего желаете, я услышу. Боюсь, никто из более или менее сносных адвокатов не возьмется за это дело. Я не уйду, пока не стану твоим адвокатом. Пожалуйста, можно я без вас? Мне тогда меньше дадут просто. Прошу, не могли бы вы передать мисс Мэй? У нас для нее есть сообщение. Подставной. Пошел нормально, дело выиграно, короче, гонорар тебе будет завтра. Мистер Уайт, тот самый, который... Это разрушитель мамки. Я доберусь до самых низов. Воу! Ну, наконец-то! Отель нам похер, и закусочная идите нахер, там, у них сеть. Зачем такой женщине? А, и еще секс-шоп хер с ним. И суд и так сойдет. Так, ну мы помним, что задержка еще. Так, ну... Вы скажете, когда закончится. Да, закончилось вроде. Закончилось? Да, закончилось. Ну все! Просто я... Как-то не было просто подводки к реальному времени. Я и сижу, жду, как бы, ну и что там, когда скажут, что уже все. Вы слышали аналитическую и критическую статью, сразу же, мгновенно, рецензию. Нет, это только ведущих критиков сайта Good Game. Спасибо, Сереже. Я из этого видео узнал, что на стриме тебя громче остальных слышно. Не может быть. Как там вообще у тебя по звуку уровень? Не знаю, мне все ок. Я больше всех нормально, молчу. Да? Я больше всех молчу. Понятненько. Я буду молчать тогда. Продолжаем. Ой, сложные эти сокастеры, ребята. Вы не представляете. Это ЧСВ. Меня слышно тише. Все, я ничего говорить не буду. Продолжаем, друзья. Продолжаем, глава 2. Звук проверь. Звук проверил. А что со звуком не так? Абыр, по уровню. Вы отличный, проверь, Миша. Проверь, давай уровень звука. Я тебя вывел на максимальную проверь. Громкость. Максимальную. Ладно, хорошо. Максимальная. Угу. Все, возвращаемся. Возвращаемся. У вас стрим-то идет? Мы его не смотрим сейчас. Ну, в смысле, Миша слышно как надо, вот Кардан пишет. Хорошо. Спасибо, игру видно, Кардан. Поехали. Загрузить сохранение, страшно, но да. Тут же нельзя ошибаться, вы же помните, ребята. 7 сентября, 10:00, окружной суд, зал суда номер 1. Флэшбеки пошли у бобра. А, кстати, мы сегодня узнали, что товарищи делают апелляцию. Так что судебный... Апелляцию, ребята, делают? Прям в зале суда, Бонч. Кошмар какой. Так что будет продолжение. С какими монстрами вы связались, Миш? Второй сезон. КХЛ второй сезон. Слушай, я вот подумал, на этом же ведь можно неплохо распиариться. Почему вы так скудно плохо распиарились, Миша? Да, тут всего лишь 1 000 000 было просмотров этого ролика, или 1.5 миллиона на YouTube. Но можно чаще делать репортажи. Это же изи трафик, изи рейтинги. А там разве открытые у них можно? Типа все заходите и снимаете? Ну не прямо сюда, но вот так, как Миша рассказал в прошлом ролике год назад. Что такое дело? Вот просто там впечатление от суда, кто что рассказал, кто что ляпнул, кто какие доводы приводил, как вы их парировали мастерски и так далее. Ну, я сейчас тренируюсь просто. Давай, репетируй. Давай, лысый судья, вступай. Шутки про волосы, наверное, уже не актуальны. Для лысых. Свидание людей... по делу мисс Май Фэй объявляется открытым. Кто это? О, это же Эджворд. Кто будет Эджвордом? Это молодой... самовлюбленный, но типа супер крутой прокурор.
судя по всему, сильно метросексуальный и латентно гомосексуальный человек, который носит аристократические воротнички в 2020 году. Так мы не знаем, что страшно. Это, возможно, это правнук королевы Елизаветы. Но самый молодой БСП здесь. Давай, Сережа. Ты будешь и судья, и прокурор. Давай как в наших судах. Из мальчика. Ты хочешь озвучивать, пожалуйста. Прическа у тебя больше похожа, чем у всех остальных. Да, я подстригся. У меня под другую персонажа волосы сегодня. А, я понял, да. А, о, это косплей нам... Как ее? Кого-то на М. Их там много на М, я запутался уже. У нас есть Мэй, Мия и Майя. Давайте этот будет чувак с новофильм.тв. Давай. Сторона обвинения готова, ваша честь. Отлично, отличная идея. ТВ. Сторона защиты готова, ваша честь. Не готова сторона защиты. Майлз Эджвард. Лучше не показывать ему слабины, иначе он мигом за нее ухватится, замует и слабину. Да, я тоже. Лучше вообще ему не показывать, он еще несовершеннолетний, по-моему. Мистер Эджвард, пожалуйста, изложите суть дела. Да, ваша честь, подсудимая мисс Майя Фэй была арестована на месте преступления. Все. Дело закрыто, 40 лет лишения свободы. Сторона обвинения располагает доказательствами того, что убийство совершила именно она. Это чек с надписью «Майя». Да, который написал я, если честно, но нам же нужны были какие-то доказательства. Также у нас есть свидетель, которая видела ее во время совершения преступления. Это кто? А, это подставная. Это Мэй, да. Сторона обвинения не видит причин сомневаться в фактах этого дела, ваша честь. А, ну если вы не сомневаетесь, тогда ладно. Хорошо, тогда дело объявляю закрытым. Блин, плохи наши дела. Плохи, ребята. Спасибо, мистер Эджвард. Давайте же начнем. Супер игра. Ваша честь, я бы хотел вызвать нашего первого свидетеля. Сейчас прикинь, того китайца вызывают из тюрьмы прямо. Я разносила газеты, видели, как он убивает. Китаец-индус. Сторона обвинения вызывает главу расследования детектива Гамш. О, у меня сейчас будет аншлаг, блин. О, да, Серега, сегодня твой день, давай. Что-то у него взгляд растерянный какой-то. Типа, привыкаем к шизофрении, Миша, называется. Свидетель, пожалуйста, назовите нам свое имя и род занятий. Сэр! Да, сэр! Меня зовут Ди Гамшу, сэр. А род занятий пока не определен. Я детектив, ответственный за раскрытие убийств в этом округе, сэр. Сэр. Детектив Гамшу. Пожалуйста, заткните ухи. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Пожалуйста, оставайтесь на линии, и мы вам обязательно перезвоним. А пока опишите нам подробности этого убийства. Как он знает подробности, если он прибыл уже после совершения преступления? Хорошо, сэр. А, это будет этот... Детектив. Как же этот? Не-не-не-не. Я забыл. Хорошо, сэр. Для объяснения. Не-не, это будет Кураж Бомбей. Хорошо, сэр. Для объяснения воспользуюсь планом офиса. Это Кураж Бомбей, который сидит на унитазе, по-моему, немножко получился. Ну да ладно. Тело было найдено возле окна. Это тело. Это презерватив, по-моему, какой-то. Оно было найдено вот тут. Это будущее тело. Просто в резиновой упаковке. А это мини-игра, мы сейчас это защищать от астероидов будем. Да, просто погрузите его в женщину и получите новое тело. Причина смерти? Разбитый торшер, судя по всему. Потеря крови вследствие удара тупым предметом, опять? Сэр. Я не знаю, почему такое. Я потеряла всю радостный. Свою кровь. Где моя кровь? Кто украл мою кровь? Орудием убийства послужила статуэтка мыслителя, найденная рядом с телом, сэр. Она настолько тяжелая, что смогла бы стать смертоносным оружием даже в руках девушки. Даже в руках так дедушки. Она настолько смертоносное оружие, что при помощи нее развязали войну в Ираке.
Десептиконы хотели заполучить. Да-да. Закидать всех статуэтками. В войне с автоботами. Вы знаете, как Советский Союз выиграл Вторую мировую? Угу. Статуэтки? Только они статуэткой Ленина всех мочили. Прошу занести статуэтку для удара. Прошу занести судье, пожалуйста. Потому что давненько в суд ничего не заносили. А внутри статуэтки, кстати. Они все еще называют часы статуэткой. Очень важная информация. План офиса. О, план офиса добавлен. Итак, детектив. А что у нас по материалам, ребят? Не хотите там вспомнить? Значит, план офиса, как недавно выяснилось. Чек с надписью Майя, подслушивающее устройство, Геродот, какой-то кокос разбросан. Геродот! Телефон, мой первый телефон. Отчет о вскрытии, значит... Отчет о вскрытии. И самый самый железный аргумент, который мы припечатывали в прошлом деле. Интересно, он когда-нибудь пригодится или нет? Я думаю, в конце... Да, Миш, когда у нас его отберут в конце игры. Да, да, и посадят. Да, сэр. Вы незамедлительно арестовали мисс Майю Фэй, которую застали на месте преступления, верно? Вообще-то на месте преступления еще и Феникс был. Почему только одного из... А он адвокат, он, знаешь, он как он депутат. Он сразу, адвокат не может убивать, да? Нет, да, он попозже пришел. Как это попозже? Нет, он же пришел, нет, когда... Нет, пришла Мэй, ой, пришла Майя, потом пришли мы. Мы ее нашли там вместе с телом, и потом приехал детектив. Да. А, ну тогда Майю арестовали, потому что ее имя было написано, а наше не было. Феникса нет. Ну это же очевидно вообще, такая улика железная. Можете объяснить мне, почему? Да, сэр, это замечательно. У нас было непровержимое доказательство вины, сэр. Странно, что прокурор не ознакомился с этим доказательством. А зачем? Детектив Гамшу. Это покары. Пожалуйста, расскажите нам про это неопровержимое доказательство. Так, ребята собрались. Арест Майи Фэй. Как только мы получили телефонный звонок, я сразу же помчался на место преступления. Так сразу предъявим ему что-нибудь. Да нельзя, это показание просто. А больше хочешь предъявить уже. Там уже было двое людей. Подсудимая, мисс Майя Фэй и адвокат мистер Феникс Уайт. Я тут же арестовал мисс Майю Фэй, потому что 50 на 50, как бы, тут. Потому что я люблю арестовывать! Но почему? Почему? Да потому что про нее дала показания свидетель. До того, как приехал еще, причем. А еще до убийства. Она видела, как мисс Майю Фэй совершила убийство. Офигеть, вот это лживая тварь. Говорите, видела, как она совершила убийство? Что ж... Мистер Рэй, вы можете начать перекрестный допрос? Ой. Да, ваша честь. Что мне у него спрашивать? Давайте детали, как она совершала убийство. Когда был звонок? Я бы спросила, когда был звонок... Так давайте посмотрим, какие варианты вообще есть сначала, а потом будем... Не, уже надо текст вводить сейчас. Да, сейчас мы в редактор зайдем, напишем себе текст. Я не заметил ни единого противоречия в его показаниях. Но ты какой? Не очень, потому что... Шелест. Там в траве кто-то крадется. Шмяк. Ай, Майя в меня что-то бросила. Судя по статуэтку. Аккуратно. Что это? Трусики. Когда сестре удавалось найти противоречие в показаниях свидетеля, она блефовала и расспрашивала его обо всех мельчайших подробностях. Ну, то, что я и предложил. Там будут сейчас нам подсказывать еще из зрительного зала, да? Конечно. С того света, я бы сказал. Свидетель всегда теряется и сбалтывает лишнего. А так можно вообще в суде записками бросаться? Это нормальная практика? Ну, вообще, адвокат с клиентом могут. Главное, чтобы не спалили. Не, можно, даже если спалят, они же, типа, ну, вы представляете клиента, клиент может передавать что угодно адвокату во время
И это не раз срабатывало. Бывало и такое. Так и знал, что Майя научилась у своей сестры парочки хитрости. А чему мы учились-то вообще? Мы учились... А у сестры не было, Миша. Мы учились при моде. Ладно, сейчас попробуем. Ладно, так. И так сойдет. Что-то случилось? Да, убийство, ваша честь. Ваша честь, ничего, да, я бы хотел начать перекрестный. Судья с Альцгеймером синдром. А, что? Кто? Где я? Где я? Что происходит? Что мы расследуем? Ай, сюда. То есть перекрестный допрос, поехали. Перекрестный допрос. Как только мы получили телефонный звонок, я сразу же помчался на место преступления. Ну дальше. Тут я не знаю, что ему можно... Слушайте, видите, у нас в правом верхнем углу шкала есть. В прошлый раз там то ли 2, то ли 3 были зачеркнуты. Это, видимо, то, что мы... Ну, где это штрафы. Короче, совершили. Да. Это штрафы за давление, скорее всего. Так, слишком много будем... Записка новая, появился план? Нет, Пончик, кликни на последнюю. Может, ему записку то, что... бахнем? Нет, то, что нам это написали. Пока нет конкретного времени, мы не можем подробнее. Оперировать... Enter подробнее. А, это зарисовка, да. Вот тут да, она лежит. Ну, короче, пока он конкретно какие-то вещи не будет говорить, нам нечем оперировать. То есть телефонный звонок не написан во сколько. Там уже было двое людей, тоже все как... Протестую, ваша честь! Баба не человек! Так, все вы верно, что, Сережа? Пока что. Так, ну, это повторяется же, то же самое, что я читал уже. Или мы все равно читать? Вот! Вот здесь вот. Теперь надо давить. Вот прям сразу давить? А там дави. Следующее вроде не сходится. Типа она увидела, а лампа была разбита. Мы можем надавить, она что увидела? Она не могла видеть. Совершать преступление. А, она увидела, как та совершала преступление. Да. Ну давай попробуем следующее. Так давим или не давим сейчас? Пока не дави. Вот здесь дави. Да. Уроки массажа называется. Стоять, бояться. Постойте-ка. Я протестую, ваша честь. Да? Если я правильно понял... То я понял правильно. Вы сказали, что арестовали ее на основании неопровержимого доказательства, не так ли? Что? Я так сказал, я! Я! Я вообще говорить научился полгода назад. Я слышу, как вы говорили. Это я не клавишу, я не протыкиваю. Что происходит? Вот только сейчас случилось, что ли? Этой подозрительной женщины в розовом... Ну, тут надо было быстро реагировать, быстро читать, и это самое. Ну, так все. Короче, ставим под сомнение вот эту вот рыжую, которая сидит у нас тут на стриме. Да. Рыжую? У тебя кто-то еще там сидит, Миш? Чего? Мисс Мэй не подозрительная и уж точно не розовая, приятель. Ага. Не подозрительная и уж точно не женщина. Не-не-не, короче, все ясно теперь. Тот чувак нанял ее, она, короче, с ним шашни крутит, и он был вообще рядом с ним в отеле, скорее всего. Серега, ты гений, гений! Идеально. Хотя да, она все же розовая. Да, и женщина, смысле. Если честно. Достаточно, детектив Гамшу. Уволен. Если у вас другие неопровержимые доказательства, помимо ее показаний, детектив. Так, расспрашивать свидетелей обо всем подряд, не такая уж плохая тактика. Как? Что вы ели на завтрак? Беспокоит ли вас грыжа? Да! В смысле, да, есть. Блин. Про записку вспомнить. Извините, что я не с того начал свой рассказ, ваша честь. Сэр. Нужно было сначала рассказать вам о другом, ваша честь. У меня геморрой. У меня есть другой. И это неопровержимое доказательство. Хорошо, детектив, давайте еще раз выслушаем ваши показания. Показания сидит доказательства. Я как будто в школе на уроке геометрии. Арестовав подсудимую, я лично осмотрел место преступления. И рядом с телом жертвы я нашел записку. Bullshit. Нет, ну мы не можем это сказать, но потом и скажем. На ней явно кровью было написано слово «Майя».
анализ спектральный установил, что кровь принадлежит погибшей. А дактилоскопическую экспертизу вы проводили? Это не ее почерк. Кровь также была найдена на ее пальце. Совпадение? Которое мы нашли в мусорке. Перед смертью погибшая написала имя убийцы. Имя убийцы, имя убийцы. Тук-тук. Ну как вам, вот оно, мое неопровержимое доказательство. Оно неопровержимо, Гамшу, просто неопровержимо. Прежде чем начать перекрестный допрос, я бы хотел у вас поинтересоваться, детектив. Вы идиот? Че, мне доказательства найти нельзя? Вы идиот? Доказательства найти нельзя. Ваша честь. Почему вы не упомянули эту крайне важную деталь в самом начале? Потому я Лего что... не могу собрать уже вторую неделю. В самом начале я говорил... Здравствуйте, господа присяжные заседатели. А, ну да, я не знаю. Мне жуть как неловко, но совсем из головы вылетело, ваша честь, сэр. У меня сейчас пластырь отклеится. Пожалуйста, постарайтесь сосредоточиться. И обыскать район. И обыскать район уже, наконец. Обыскать местность. Итак, сторона защиты может начать перекрестный допрос. Ребята, сейчас собрались. Ой-ой. Прям. Ой-ой-ой. Ты сохранись просто и все. Никаких сохранений. Арестовав подозреваемую, я лично осмотрел место преступления. Ну, осмотрел, так, дальше, чё. И рядом с телом жертвы я нашел записку. Разве не мы ее дали ему? Ну что, показываем записку, была. Нет? Не-не-не, я просто не могу вспомнить, он ее реально сам нашел, или она у нас была в руке, мы показывали ее Майи, и тот нас застал за моментом, когда мы показывали ее Майи. На ней явно крови было написано слово «Майя». Но если ее и показывают, то сейчас. Мне кажется, в момент, когда он будет говорить про... Она и есть убийца? Да. Записку показывать? Угу. Не, надавить, а там... А вдруг потом мы не сможем? Не, я бы сейчас просто записку показал. Там есть стрелочки вперед и назад, так что сможем. Где? О! Прикиньте! Интерфейс. Не-не, мне кажется, это не будет работать после того, как мы покажем. Анализ установил, что кровь также была найдена на ее пальце. Ну, вот и сюда можно давить. Не, вот ну, давай здесь. Это уже домыслы. Давим или не давим? Да или давим, показываем? Показываем. Давим, показываем значок адвоката, что мы адвокат. Осколки. А это что по-вашему такое? Objection! Заруинили. Это выявляет противоречие в заявлении судьи. Какое противоречие? А вот сейчас узнаем. Я не в курсе сам. И какая же между ними связь? Дурак! И смотрите, у нас хп отнялось сверху. Да. Нет! Нет! Именно! Мистер Рай, настоятельно прошу вас поразмыслить перед тем, как утверждать что-то вслух. Я думал, он будет вопросы задавать. Вопросы же можно задавать, расспрашивать. И вот это место надо было расспросить. Нет, тут не вопросы. Перекрестный допрос, это ты останавливаешь, когда неточность какая-то. Ну что, надавим? Перед смертью погибшая написала имя убийцы. Зачем? Опять? Мы же только что надавили. Так, там отвинтили телефон, да? Там отвинтили телефон. Не-не-не-не. Не, мы не давили, мы не давили, мы показывали. Мы не давили, мы показывали записку. Это все. В смысле? Я случайно нажал. Нет! Погоди. Все-таки есть противоречие, я его найду, понял. Все-таки есть противоречие. Есть показать, а есть надавить. Надавить, он же просто дополнительный вопрос. А зачем, да, зачем ты назвал показать тогда? Я думал, надавить надо. И вот где написано имя убийцы, надо надавить, потому что имя может значить все что угодно. А что, Бонич показывал опять, что ли? Да. Ну ясно. Ну, вот Бонич, здесь да? дави. Давлю! Детектив Гамшу. Часто ли вам попадаются жертвы, успевшие перед смертью написать имя убийцы? Такое себе, если честно, давление. Да, так постоянно бывает в книгах и фильмах. Ага, класс, я придумал! По версии Кураж Банк. И в компьютерных играх, а ведь это компьютерная игра.
Это вам не кино и детектив, это компьютерная это игра. Не, это вам не кино и не детектив, детектив. О! О! Заяц! Черт, я думал, это фильм. Давайте это самое, на чистоту, не возражаете? Ну, вообще возражаю. Никогда не слышал о подобных случаях. Вам не кажется немного странным тот факт, что погибшая написала имя? Могла своей сестры. Чего-нибудь? А да еще имя собственной сестры. Да, и в самом деле странно, приятель. Постойте. Паровоз, не стучите колеса. Мнение свидетеля по этому поводу не имеет никакого значения. А, тогда ладно. Убитая написала имя обвиняемой, этот факт очевиден. Что? Почему убитая? Нет, нет, нет. Погибшая сообщила нам имя убийцы. Охренел, что ли? Имя убийцы, имя убийцы. Да ну не факт же. Тишина, тишина. На. На, на, и на. Все очень плохо. Вот именно, все так и есть. Так, на этом его показания заканчиваются. Так, где-то еще что? Твою мать. Ребята, нам дают уже третий шанс. Окей, давайте, ну с третьего раза мы точно. Вариант быстрый, дальше. Я предлагаю. Еще раз, что у нас есть? Что у нас есть? Значок адвоката показывает. Не надо, нам ничего не показывать. Не показывай, Бонич. Я экспедиционист, я люблю показывать. Ну, пожалуйста. Может быть, что-нибудь про торшер? Мы еще не готовы, Бонич. Не надо что-то показывать. Это потом будет, надо сейчас... Дальше. Другая стадия у нас. Вот здесь, скорее всего, да, БСП? Да, попробуй здесь надавить. Потому что он не нашел же ее. Хотя это как бы не влияет ни на что, по сути. Подожди. Нашел он или мы, да. А это мы показали ему записку, да? Нет, мы показывали ее Майе. Мы типа держали в руках. А Майя показала ему. Нет, она ему ничего не показывала. Он спросил, что у вас в руках? Смотрите, давить бесплатно, хиты не отнимаются. Ага, бесплатно, граф, предъявлять спасибо. Улики. Так что дави где хочешь. То, что вы нашли ее рядом с телом, не означает, что ее написала жертва. Кстати, уже. Вот как? Тогда же что это? Кто это написал? Умник? Автор. Какой-то умник это написал. Какой умник? Кто? Хм. Убийца? Убийца? Это был я. Это я написал эту записку. Я просто в школе любил записки писать. Ну, убийца, давай конечно. Убийца напишем. Да, напишем. Убийца. Это же очевидно. Ого! Смотри, там слева что-то происходит. Говоришь, убийца написал собственное имя? Да ладно тебе, приятель. Да как он под дурака такой себе талантливо. Да. Ее подставили. She's been framed. Протестую, секунду. Если это так, тогда... Какие ваши доказательства? Кокаином. А, здесь нужны доказательства. Блин, это же суд! Чёрт! Я думал, по-другому работает. Видимо, я слишком многого прошу. Где мои креветки? Где мои креветки? Что? Если доказательств нет, то разумнее помалкивать, мистер Райт. Как же ты бесишь меня. Какой слух? Вот именно, приятель. Поддувало свое открывает. Чёрт. Итак, детектив, скажите нам, что было написано в найденной вами записке? Господи, а вы еще не поняли, что было найдено? А может, это не Майя написано, может, а если перевернуть, что будет? Ям! Ям-ям-ям-ям-ям! Ям-ям! Ям! Не, ну это же на английском написано. Яма кто-то писал просто. На дорогах много ям! Звоните в министерство автодора! Ладно, давай дальше. Здесь, ну, явно. А что дальше-то? Но следующая фраза. Анализ установил, что кровь принадлежит погибшей. Блин, тут тоже никак не поспоришь. Вот, давай здесь найдем. Дави! Опа, неожиданно.
правой. Правой? А у него не было рук. Ха-ха! Поняли, даже что такое-то. Так, действительно была правшой. А было бы красиво, конечно. По-моему, неплохая попытка. По-моему, суд несколько предвзят. У них просто свидетели нас троллят. Ой-ой. Кажется, мой ход мысли легко было разгадать. Дальше. Что делать? Все, дальше что нельзя. Последнее? Ну вот, остается не так много вариантов. Давайте вот здесь вот. Самое первое тогда. Вот сюда дави. Да, дави повсюду. О каком именно анализе идет речь? Цветом. Математическом. А, о каком именно? Ну, красный цвет был. Вроде бы они изучают мелкие частички в крови и как их? Гермогоблин. Глубоко. У меня, кажется, инсульт начался. Гермы, Гимли. Я отказываюсь давать показания на этот счет, сэр. Никакой я не... В смысле, никакой я не спец по анализу крови. Это к вам, Декстеру. Хотя он брызги только. Да, мы все это поняли. Вы можете продолжить. Спасибо, приятель. В смысле, ваша честь, сэр. Детектив Гамшу. Да? Полагаю, мне стоит пересмотреть сумму вашей заработной платы. А вот так не прокурор платит. Он что, его работодатель, детектив? Что ли? Ребята, я как бы... Класс. Без палева, я бы сказал. Да вам не кажется, что суд несколько предубежден? В смысле, ее увеличат. Не бойся, пес. Зря я это спросил. Почему? Так, на чем я остановился? Там последний вариант остался. Да, ну самый назад. Первый. Да. А может не кровью? Да нет. Да, кетчупом. Вот это. Ну давайте насчет я нашел записку. Он же вроде ее не находил. Давай. Да мы, кажется, сюда давили, нет? Не давили. То, что вы нашли. Да. Ну самый первый остается. Это был я. Давайте закопаемся еще глубже. А мисс Мэй это кто? Мисс Мэй это розоволосая. И подкинула ее, да бред. Ладно, это был я. Через окно. О, нет! А что если это был бы я? Чего? Чего? Значит, за во всем этим стоишь. Ты, ах ты козлина, иди сюда! Нас сейчас посадят, ребят. Да не, просто говорю, что я мог это написать. Но не стал. Сможете доказать, что это не так? Протестую. Секунду. Значит, вы признаетесь? Вы признаетесь в том, что написали эту записку? Блин! Послушайте, мистер Райт. Как вам сказать? Вы находитесь в зале суда, так что постарайтесь воздерживаться от бездумных заявлений. Блин, бедная Тэй уже 40 минут прошло, ни слова не говорит. Слушайте, но... Что я говорю? Мне кажется, что суд с КХЛ даже был не таким жестким. Там неправильно поставлен был восклицательный знак, надо было между двумя точками поставить. Ну это он уже спрашивал, да. Я не знаю, что делать, ребят. Самый первый, внимательно посмотрим, что у нас есть. Да не надо еще показывать. Вот. Давай, может тут какие-то дополнительные детали, которые он нашел, которых он не говорил. Вы нашли какие-нибудь улики? Так, погодь, всему свое время, приятель. Вот когда посадим ее, тогда буду рассказывать. Ты только послушай, сейчас будет самое интересное. У меня плохое предчувствие. Блин, ну все, мы везде давили. Ну только Майя, вот здесь не давили только. Майя. Я бы, если можно было бы, сопоставила бы время звонка и смерть.
Да. Время какого звонка? И время убийства, когда позвонила розовая. Потому что, допустим, она могла позвонить позже, чем дата смерти, и тогда, получается, она бы видела труп, а не само убийство. Короче, давай самое... Да, а про... на основании чего он арестовал-то написано было, нет? Ну, это было раньше. В этих показаниях уже ничего нет. Давайте Майю. Там одно мы не спрашивали, это Майя. Текст. Вот. Ну, давай, давим. Давим. Hold it. Вы можете доказать, что это написала именно Мия? Или было? Да не знаю. Конечно, могу, приятель. Блин. Все, что ли? Ну и чё? А дальше-то? Ясно, нет, сори. А, и все, мы не можем дальше идти. Теперь мы можем дальше идти, но мы ничего ему не... А, нас похоже, вернут обратно просто, если мы сейчас дальше... А погоди, а показывать надо на определенной фразе или можно чего угодно на какой фразе показать? На любой фразе. Нет, можно на определенной фразе показывать. То есть мы показываем улику, которая... Связанная с показанием. Противоречие. Показание. Часы, а телефон чей? Телефон Майя. Телефон, да, сеструхи. Так можешь это, его приобщим? Там же новые эти, о которых он даже не в курсе. Предлагаю сохраниться, потому что сейчас мы можем наломать дров. Я бы не сохранялась, мне кажется, уже все зарубили. Мы все зарубили, мы все умрем. Я сохранял другой слот. А что там слаб? А что там в телефоне кто было? Кто, о чем она говорила? В телефоне о том, что она улику просит ее сохранить. То есть там запись разговора. Enter подробнее. А давайте вспомним. Как дела, бла-бла-бла. Увидимся в 9. Что-то вскрытие. Нас ржет. Ну как часик, там один и тот же чувак просто. Конечно, чувак, который прошел игру, блин, посмотрел все гайды, такой, ага, как они не догадались. Это как если б я... Все гайды? Все гайды не связаны даже с игрой. Да, вообще все гайды на YouTube. Это как если б я прочитал все книжки Конан Дойли и такой, а что, тут же очевидно, что убийство там... был патчмейстером. Смерть, кстати, мгновенно наступила. Да. Класс. Мгновенно потери крови? Мгновенно наступила смерть. То есть ее ударили, она умерла, а потом потекла кровь. Послушайте, осколки разбитого торшера говорят о том, что, скорее всего, была борьба. Нет, ты не туда смотришь. И длилась она тысячу лет. Если смерть мгновенно наступила, она не могла писать. Но он об этом не говорит, видишь, о том, что смерть наступила мгновенно. Он говорил до этого. В отчете на вскрытии написано, что смерть наступила мгновенно. И ты можешь это тыкнуть, где написано, что она писала. Хорошая идея. О, Александра! Теперь время показать. Ё-моё! Вот это вот давим, да? Не давим, показываем. Не-не, да. Показывать. Не-не, это Бонич. Не это. Слева отчет. Во. Протестую! Детектив Гамшу. О, да ежешь! Сигареты. Александра! Что вы творите? Не факт еще, что правильно. Миша, не хочешь Сашу нанять твоим адвокатом Good Game? Смотри, что творить. У нас уже два. Прояснить. У нас уже две Саши. Что? Вы утверждаете, что погибшая Мия Фэй написала эту записку. На самом деле написал ее я опять. Которая обвинила мою подзащитную Майю Фэй. В своей смерти, Виверна? Вы это имеете в виду? Какой он деловой? Чего, опять ты со своими адвокатскими приемчиками, да? Заламываем. Конечно, записку написала она. Кто же еще? Ты куда? Все, ты пошла отправить резюме. Это в адвокатскую контору. Все совершенно. Нахер я вообще тут сижу? А-а-а. За Фадорой пошла. Наоборот. В смысле, записка написала убийцу?
Неплохо. Кто угодно мог написать эту записку, но только не потерпевшие. Вот отчет из нашего отдела, детектив, из вашего отдела. Из вашего, в котором вы работаете. Смерть наступила. Мгновенно. Бам, припечатал. Она умерла сразу же, как только ее ударили. Может, она сначала написала записку, а потом умерла. Кровь из носа пошла или из других мест. Но! Но! Никаких но! Ушел отсюда! О-о-о, никаких но, никаких но! Тишина! Тишина! В словах стороны защиты есть смысл. Но конечно, конечно, конечно. Человек, погибший мгновенно, не мог бы ничего написать. Ай да ты. А ты-то куда? А, я протестую, мистер Райт. Прошу прощения, но когда именно вы получили этот отчет о вскрытии? А какое это имеет значение? Ну, он мгновенно получил или нет? Отчет о вскрытии нам ждал этот Гамышу на следующий день. Они бы не успели написать... На следующий день. Я забыл. Нам будет. Ничего не давали. Не-не, второй вариант. Так, на следующий день. Я получил его на следующий день после убийства. Чему клонит стара обвинение? Судья, похоже, вообще блаженный. Просто ничего не понимает. Этот отчет о вскрытии устарел. Ваша так честь. Бывает. А именно так работает отчет о вскрытии. Вы когда последний раз обновляли? У него уже, уже камера не та, короче, там баги начались. Про ПО не обновлено. Что? Вы Windows лицензионный покупали? По моей просьбе вчера было произведено повторное вскрытие, потому что я-то фотки не успел получить. А можно и по моей просьбе вскрыть тоже? Можно по моей просьбе вскрыть вот этого чувака в розовом пиджаке? Очень хочется. Смерть вследствие удара тупым предметом наступила практически мгновенно. А-а-а, практически! У нее было 10 секунд. Но существует вероятность, что жертва еще была жива в течение нескольких минут после удара. Это удар, ребята. Это удар по нашей репутации. Результаты пришли этим утром. Да ладно. Ты... Что происходит вообще? За что? За что она умерла? Блин, Мия не могла помереть быстро? Всю испортила. А, я думал, ты про чат говоришь. Я тоже думаю, за что, за что? А, ваша честь... Легко, легко предположить, что у него было время написать слово «майя». Да это 4 буквы целых выводить, ты чё, с ума сошёл? Чё, как сила таким... там какая-то, ну, да. Подстава. А, я в театр, я пошёл в театр. На этом всё. Просто, цветы кидать сюда. Действительно! Судья блаженный, господи. Клянусь, просто, а, что? Да, это не она, о, это она, нет, не может быть она, да это точно она, он после каждого аргумента вообще переобувается, гад. Я думаю, это бомж просто с улицы его одели. Пропадишь ты пропадом, Эджвард. Я должен был догадаться, что у тебя припрятан туз в рукаве. Так он еще шулер. Какой он. О, мистер Райт, похоже, вы удивлены. Да я вообще офонарел. Так ты ж попрощался уже. Желаете что-то сказать? Я жулик! Арестуйте меня! Жулик! Жулик! По-моему, это не настоящее свидетельство, возможно. Ну чё, вам? Конечно, это подделанное. Мистер Эджвард. Я слышал, что вы готовы пойти на все, лишь бы добиться обвинительного приговора. О, брат, это жулики. Стоять! Зачем вам вообще понадобилось оформлять запрос на повторное вскрытие? Ага! Давай-давай! Мистер Райт! Прошу вас воздержаться от нападок на сторону обвинения. Так, она ребята. Нас кормит. Ребята, 10 минут не нападаем. Дадим развиться сначала.
Ничего страшного, ваша честь. Я себе сейчас глаз выткну пальцем. Вот это страшно. А эти нападения мне абсолютно по барабану. Мистер Райт. Можете думать, что хотите, но факты, изложенные в отчете, сомнению не подлежат. А можно отчет посмотреть? Да, до начала. Там от руки написано. Почти мгновенно. Успела бы написать только слово «Майя». Официальное заключение. Ваша честь, я представляю вашему вниманию только сейчас, только для вас, отчет в качестве улики. Вот звездобол, это Эджворд. Хорошо. Хорошо. Суд принимает эту улику и удаляется в совещательную комнату. Причина... А теперь у нас две улики? Два этих, что ли? Возможно, погибло сейчас. Возможно. Нет, скорее всего, он обновленный. Давайте. Итак, посмотрим. Ваша честь. Нет что отчета! Нет отчета! А нет. Возможно, блин, обновился. Так, Тейт, снова пришло время. Квинтэссенция всех стримов Беннивура сейчас была за несколько секунд продемонстрирована. Тейт, пришло время снова включить свою дедукцию фирменную. Так, я давайте что? Дальше сначала послушаем, да, что будет. Да, еще ж не требуется нас. Все улики явно указывают на то, что погибшая опознала убийцу. Она узнала, что такое боль. Полагаю, что это очевидный вывод, да. Я снова пожал. Спасибо, это... спасибо. Все для тебя. Рассветы и туманы. Черт, все плохо. Сторона обвинения желает вызвать своего следующего свидетеля. Ну что, ребята, собрались. Вот это надо, вот это надо просто. Все, я ухожу. На выход, свидетель. Ухожу, да. Попрощайтесь, Тэй, она уходит. Это бедная, невинная девушка видела убийство собственными глазами. Вы ее видели? Невинная. Да в ней вина, знаете, сколько было? К моменту нашего общения. Бутылки две. О, невинная. О, тёлочка, тёлочка. Обожаю тёлочки. У каждого свои версии, твои говорят, там, все люди по сторонам. Прошу, мисс Эйприл Мэй. Так Эйприл или Мэй? Лол, Эйприл Мэй, я только сейчас понял. Апрель Мэй. Да. Занять место свидетеля. А с ней прошу зайти. А Сплинтера, Донателло, Леонардо? Не-не, Джун Джулай следующий будет свидетель. Джун Джулай, это какой-то монгол. Потом будет август-сентябрь. Но Джун, это японское имя, в принципе. Джун, Джулай. А вот Джулай не очень японская. В каком же месте Джули? Она? Она невинная. Тогда будет. Да, мне бы тоже хотелось узнать. А, это... Ой. А опять инвалид пришел. Свидетель, пожалуйста, назовите ваше имя. Апрель Май. Апрель Май. Она еще язык прикусила. А какие услуги она предоставляет? Это не она предоставляет, а они предоставляют ей какие-то услуги, видишь, она к услугам пришла каким-то. У нее шеи проблемы. Тёлочка, тёлочка. Она стоит как инвалид тоже. Тишина! Представление свидетелей не должно вызвать никакой реакции, ребята. О, у меня пришло. Ой, извините. Свидетель! Я попрошу вас воздержаться от столь распутного подмигивания. А то у меня волосы отрастут обратно. И не на голове. Ну ладненько, ваша честь. Все очень плохо. Я так не умею. Каждый мужчина в зале суда уже у него... В чатик завезите смайлики каблука в чатик. Типичная сиська стримерша, типичная. Просто ничего не сделала, уже столько лайков. А в Бонни еще по дефолту сразу горит Бонничка. Там для меня горит пердак. Скажите, где вы находились ночью 5 сентября, когда произошло убийство? Ой, ну, я была типа в своем номере. Ну, как бы не это был не мой номер, мне его снял клиент. Стримила в номере своем. Я зарегистрировалась в отеле после обеда. Запоминаем. И этот отель расположен прямо напротив юридической фирмы. Углу каблуков наставили, обувной магазин целый. В
Вера? Лабутены. А, да, дорогой? Что происходит? Они еще, они еще и женаты, класс. Дорогие мои! Пожалуйста, расскажите о том, что вы видели. Или она про, про стоимость номера отеля, дорогой. Да, скорее всего, про это. Ты сервис отеля видел? Там цена, я думаю, не очень высокая. Там все деньги на услуги портье уходят. Ну, ребята, собрались. Внимательно. Давайте все послушаем сначала, потом отмотаем назад. А так игра и работает, Бонни. А, было типа 21.00. Ну, я такая решила выглянуть в оконце. Я всегда выглядываю в оконце в 21.00. И вдруг я увидела, как на женщину с длинными волосами напали. Судя по всему, машина, судя по ракурсу. По-моему, это про это. Это полиция проституток накрыла, по-моему. Фура, фура. Я приехала учиться, поступать. Как мило. Машина ее точно. А напала на нее вот эта вот серая девчуля. Серая невзрачная. На ней обвиняемые. Серая невзрачная, вообще ни о чем. А потом женщина типа увернулась и побежала. Которая? О. Ну это девчонка, она догнала ее и она ее ударила. Обычный разговор двух сестер, по-моему. А потом длинноволосая вот этот вот, она типа, ну, упала, приспустилась немножко. Конец. Вы видели? Это все, что я видела. Такие вот делишки. Это какие-то новые импланты, я таких не слышал, чтобы они еще сами такие. А там настраиваются как бы эти... Что ты показываешь? Синхронизация. Действительно. Заводские настройки пока. Что скажете, ваша честь? Как вам наша свидетель? Ну, ничего так. Как вам наш цирк? Брать будете? Я бы допросил ее. Час. Да, понимаю. На часик в мой номер. Это весьма надежные показания. Не думаю, что стоит, хотя... Нет, все-таки... А, обременять свидетеля. Постойте, ваша честь, у нас тут суд или что? У нас тут не суд, господин адвокат. А уже поздно. Суд у нас. Максимум только в уши суд. Как показала практика. Да, мистер Райт. А как же перекрестный допрос, я готовился. Блин, да, у нас подслушивающее устройство на кармане. Нет. Я посчитал, что эти показания были довольно убедительными, вы так не думаете? Мистер Райт, насколько я понимаю, вы были учеником мисс Мии Фэй, верно? Ах ты пёс. Должно быть, вы хорошо изучили её технику. Да, французским поцелуем она владела неплохо. Её жалкий метод поиска... мелких недочетов в идеальных показаниях. Ах, вот так вот мы заговорили. Прям идеальные показания. Да ты че? Как ты смеешь? Пойдем, выйдем, да? Так что, мистер Райт, вы будете проводить перекрестный допрос? Конечно. Блин, естественно. Я с радостью проведу перекрестный допрос. Сначала послушаем, потом покажем? Да. Хотя бы потому, что этот Джеджвард этого явно не хочет. Слушайте, ну мы можем давить после каждой фразы, да? На всякий случай, а потом... Должна быть у нее какая-то слабина. Ну, есть у нее слабина. Хорошо. На передок, да-да-да. Слабовато. Не, у нее с осанкой проблема. Сосанка у нее нормальная. Нет, с осанкой у нее все хорошо. А вот на передок слабовато. Хорошо, вы можете приступить к перекрестному допросу. Что такое, Миша? Ладно. Так, да, протестую, ваша честь. Пришла она в жопу. Почему вы это сделали? Почему вы смотрите в окно? Что почему? Типа что почему? Зачем вам глаза? Что почему? Типа что почему? Какой-то рыбачок зачитала. Почему вы выглянули в окно? Вы ожидали там что-то увидеть?
Ой, ну, это хи-хи. Английский еще плохо выучила. Хи-хи. Сессия. Это она хотела сказать. Хи-хи с буквой И. И это все? Ей так легко от вопроса, что ли, уйти? Мне типа... Что это? Что это? Что это было? Протестую, ваша честь, это отвлечение внимания присяжных. Протестую, ваша честь. Мне просто хотелось. Сиськами нельзя, чтобы не задавали вопросы. Стримит из окна? По-моему, у нее сейчас импланты отвалятся. Вот бы и просто захотелось нормально ответить на вопрос. Может, мне надавить на нее? Так мы давим! Если зал хочет на нее надавить. Дави, дави. Возможно, если мы сильно надавим, силикон полезет. Ну, мне кажется, если надавить, так как все начнут бушить. В очень страшном кино. Ничего страшного, а чего, нас же не штрафанут за это. Ну ладно. Погнали. Пусть на возможность. Посмотрим, как далеко я могу зайти. Опа! Снимай штаны, говорит он. Несомненно, у вас должна была быть причина, чтобы взглянуть в окно в столь поздний час, а? Вот. Я? Ой. Началось. Протестую. Мистер Райт, я... Я не потерплю, чтобы вы изводили моего свидетеля. Ей потом еще работать и работать. Изводил. И изводил. Новые слова учим. Вы упорно атакуете ее своими пустяковыми вопросами. Так. О! Я считаю, что это стоит прекратить. А я считаю, что рубашки 17 века уже можно и не надевать. И что теперь? Да, да, прекратите, остановите его. Офигеть! Бедная девушка, такие сиськи классные. Тишина! Мистер Райт, вас предупредили. Охренели, что ли, реально? Бедная девушка, а как же бедный я? Вы выглянули в окно, и что вы увидели? И вдруг я увидела, как женщину с длинными волосиками напали. Надавить. Давим. Дави! Не прекращаем. Женщина с длинными волосами. Это была Мия Фэй? Господи, какой тупой вопрос. Откуда она знает? Ну что, паспорт у нее спрашивал? Как раз у нас смысл, чтобы... Да, тощая такая. И думаю, некоторым она бы показалась красивой. Если бы не была страшной, да? Да. В их вкусе, не понял. А что насчет человека, напавшего на нее? А напала на нее вот эта вот серая девчуля, сидящая вон на том самом сером месте. Давим. Сумасшедший какой-то. Почему вы уверены, что это была моя подзащитная? Ну, типа... Ой, все, короче, опять. У нее была фигура девчачья. Женщины в этом разбираются, да. Ну, да тоже. Ладно. Во-первых, мужчина в этом тоже разбирается, во-вторых, может, это был трансгендер. А, как вам такое? Ну, я просто уверена, и все. Ясно? А, ну, господин ясно, судья, ну вот так, что это за показания ой, такие? Все. Потому что потому? Господин ведущий, да. На месте преступления находился только один человек невысокого роста с женским телосложением. Это детектив Гамшу! Эти показания идеальны, ваша честь. Господи, какой он перфекционист, все идеально должно быть вообще. Он прав. Эти показания чушь. Ну, чушь. Потому что, ну, как бы... Странно, что да, в судах мнение свидетеля намного важнее, чем технические какие-то факты, которые... Чем обвиняемого, да? Странно вообще. Ну, вообще уже есть два окна, куда мы можем предъявить. А, да. Одно, из которого она смотрела, а второе, через которое она смотрела. А второй Windows, ну, через который игра идет. Там по показаниям она говорит то, что была драка, и она бежала. Но в плане, например, видно только ограниченную зону. В окне. Обзора, да. Короче, ну допишем показания, потому что нам за это ничего не делают. В конце концов, мы можем свое мнение высказывать или нет, это же суд. Так, стоп, секунду. Эти показания полная чушь.
Вот и все. Все, я пошел. Потому что. Просто потому что. Че? Ну, через плечо. Мисс Мэй, готов поспорить, что... А вот теперь, да, вы ничего не видели. Вы лжете. Вы лжете. А вы лжете? Нет, а почему? Почему? Ну, потому что лампа разбита. Ну, нет? Видела-то или... она определенно кое-что. Но она лжет. Что она там видела? А, ну она в любом случае лжет, ты имеешь в виду, но она могла и видеть не то, в принципе. Да. То есть, типа, обобщающий вариант, что она лжет, а частный, что она видела не то, что должно было быть. Ладно, погнали. Поэтому вы врете. Второй... Вы все врете! Вы не лжете, вы правда ее видели. Ай-я. О, какой девочка красивая, пусть говорит еще что-нибудь. Ай, типа, вообще сладкий, как персик. Мистер Райт, что происходит? Где я? У меня опять не надо. Что мы расследуем? Что все это значит? Да, что все это значит? Скажите мне, а то я тупенькая. Что происходит? Ладно. Ну, конечно, я все скажу. Если вы правда видели мою клиентку Майю Фэй, то... В первую очередь вы должны были обратить внимание на ее одежду, а не на фигуру. Почему? Да, под кимоно там не совсем понятно, потому что... Что там у нее с фигурой? Точно, у нее же одежда такая яркая, привлекательная. Ну... Чего? Никто не носит такую одежду в качестве повседневной. Никто, кроме уникальный меня. Вообще. Там вся семья у них такие носит, насколько я понял. И хоть я и не разбираюсь в моде, но ее прическа явно выглядит необычно. Угу. Потому что она ниндзя. Тем не менее, в своих показаниях вы об этом ни слова не сказали. Бам! Эти показания чушь собачья. Ну-ну-но-но. Я не привыкла показывать... Топ-топ, купи-купи. Купи-купи. Я не привыкла показывать свидетельство. Я привыкла показывать кое-что другое. Но все еще мы не знаем, была ли она так одета или была не одета в ночь убийства. Была, ваша честь. Я ее сам одевал. Я видел ее. И детектив Гамшу тоже. Я вообще это он сделал. Что вы на это скажете, мисс Мэй, а? Ха! Геи! К чему это ты склоняешь, коварный адвокат? Я склоняю вас. Склонись перед адвокатом. Я хотел... Коварным. Я хотел бы склонить вас к промискуитету, мисс Мэй. Я видела то, что видела. Не, ну это не показания, ё-моё, ну что это такое? Я просто не думала, что стоит... Что стоит на всякие мелкие детали, да. Угу. Да, мелкие детали у вас, дорогой. Мисс Мэй! Прошу вас в своих показаниях больше ничего не упускать. Опять сиськи затряслись. Сорян, ваша честь, я буду хорошей девочкой. Вашей хорошей девочкой. Может, там этот Эджворд за нитку дергает, чтобы, типа, это, время это, подергать. Может, она вообще робот. Я даже знаю, какой. Прошу вас еще раз дать показания. Еще раз дать. Дать не проблема, господин судья. Черт, мне почти удалось вывести ее на чистую воду. Продолжаем. А, теперь она все, нормально. Я все видела, говорю, все. А, все, это конец показаний. А, нет. Жертва, та женщина, увернулась от первого удара и там... побежала в правую вот сторону. Вот сейчас план там бицуха, посмотрите, какая у Мэй. Охренеть. Так она монг, Миша, все нормально. И тогда девчуля в стрёмных шмотках погналась за ней. Как она ловко теперь лежала. Вворачивает, да, про стрёмные шмотки? А, надо спросить, а левша-правша это? И она ударила её вот коленой, это я видела. Я видела, говорю. Да, теперь крестный допрос. Ударила её теми... Часами. Ну, типа, часами статуэтка. Откуда она знает, что там часы? Вроде. Да, этого нигде не фигурировало. Как
как вам мои показания? Поразительная точность, а? Идеальные. Идеальные показания. Хорошо. Все будет хорошо. Хотелось бы, чтобы вы с самого начала давали показания столь подробно. У меня аж ногу свело, охренеть. Мистер Райт, можете начать перекрестный допрос. Ну что, погнали. Могу и начну. Сейчас пожарим. Ну, басину. Я все видела. В правую сторону. Вот это точно. Там окно, там же... Стоп! А ну-ка посмотрим-ка план помещения. План помещения. Окно в правую сторону, и все, она уходит из границы. Не, она, то есть, ее труп лежал посередине, типа, у окна, под окном прям, правильно? Она... Да, то есть она вот отсюда побежала, что ли? И она не видела бы ее. Надо показывать план сейчас. Она описывает детали, которые в ракурс обзора не попадали. Я бы до статуэтки дошел. Что не попадало в ракурс обзора? Ну, она побежала в правую сторону. В окно ты можешь видеть только узкую полоску. Она могла увидеть, что увернулась от удара и побежала в правую сторону, потому что это в окне могло произойти. Что дальше было, она не могла видеть. Погналась за ней. Вот здесь. Вот это она не могла уже увидеть. Давим или показываем? Может быть, все-таки она не увидела первое, потому что, по идее, смотрите, она ее ударяет, она падает, и видно труп из окна. Нет, из окна не может быть видно труп, потому что она под окном лежит. Ну, она сверху уже смотрит, с верхнего этажа смотрела. Ну, там хоть с какого этажа. Ну смотрела. Что, показываем? Мне так, кажется, может, она подавим была на первой. Сначала на нас, на эти или нет? Тут же попробуй надавить. Давайте в самом начале. Не-не-не, все правильно, давить надо было там. Ну, ладно. Значит, вы меня там видели, не так ли? Вообще, ты ее тоже видел. Поэтому, как да. Видела? Я бы никогда не забыла эти дурацкие колючки. Колючки? А, вот эти. Про мои волосы, а? Тварь. Сей, воздержись от нападок в сторону защиты. Я просто вся такая дикая. Простите. Простите. Хорошо. Хорошо. Дави. Ну вот здесь надо показывать, наверное. Внутри. Да не, дави, надави, пока надави. Дави. Правую сторону, если смотреть из окна отеля или... Так, в какой руке я держу нож? В какой руке я держала нож, когда я ее убила? В правой. Я держу нож в правой руке. Я права? Отлично. Мы знаем. Судя отличный по твоим рукам, тут ты его вообще держать не умеешь. Не-не-не, я держу нож в правой руке, значит я права, а вы нет. Довольны, мистер Райт? Прошу, продолжайте. Давим опять? Да пока дави на все. Дави на все! Что-то вы поздновато вспомнили о стрёмной одежде. Да это ж ты так сказал. В смысле, она точно была так одета. О, нифига себе. Ну палец же явно. О, а еще у нее волосы тоже стрёмные были в пучке. И что было потом? Откуда взялось орудие убийства? Она его схватила со стола. А может, стол не видно было? Вот, сейчас мы ей предъявим. А, вот как. А что именно это был за предмет? Ударила ее теми самыми часами. Ну, типа часиками, ну, статуэток. Да надави сначала. Нет, вот здесь надо... Просто посмотрите, где стол? Вот он, слева, буквы Г. Как она... Когда она схватила со стола? Когда побежала? Бонни, то есть сначала она ударила, она увернулась, побежала, потом она схватила со стола, вернулась. Они как Бенни Хилл вокруг пуфика могли носиться, ну как бы... Давай сначала додавим по всем этим параметрам. Давай додавим. За часы, говорите, да? По-моему, я недавно уже слышал это в других показаниях. Да нет, показалось. Да.
Ну, не будьте таким букой, мистер адвокат. Нельзя же всегда выигрывать. Может быть, но я чувствую, что я на верном пути. Нельзя же всегда выигрывать. Ну, кто-то может и посидеть 20 лет по-ложному. Подумаешь? Дарила ее 7 самыми часами. Значит, надо показать здесь что-то, да? Не надо. Часы показать. А все, это последнее. Значит, часы, да, говорите? Да мотай. Я недавно, кажется, говорил то же самое. Все, ребят, надо показывать. В общем, тут можно план предъявить. Не, я думаю, надо показать статуэтку. Потому что здесь он сейчас... Нет, он ей сейчас сказал после того, как... А, нет, это ты обратно лезь. Еще раз, когда он давил, она ответила, он сказал, похоже, я на правильном пути. Кот тоже так считает. Кот такой, ну баса, давите, но давите ее. Здесь мы можем показать план, а там я бы статуэтку. Вот здесь вот план надо показать, наверное. Ну попробуй, давай. Хотя бы, в принципе, это нормальная тема. Покажите на плане, где было. Ой, нет, да как ой, так-то? Ваша честь, заявление свидетеля противоречит данной улике. Ой-ой. Не-не, она мигает пока что, это непонятно, типа. Да? Вы уверены? Я не вижу здесь никаких противоречий. Ой-ой. Что? Правда? А я вижу. А, протест отклонен. Мистер Найт искренне советую вам сначала подумать, а уже потом протестовать. Ё-моё! Что-то пошло не так. Все, половину тогда... КП сняли уже. Нет, чуть меньше. Дальше. Чё показываем там? Да пока ты дальше стоит? Я бы. Статуэтка, осколки. А, на осколках что написано? На осколки? Не, можем показать и спросить, что с торшером. Можешь... Но она не могла видеть торшер по плану, если судить. Ну, разбили торшер, если... света нет. Если она побежала направо, а та погналась, как торшер, который слева находится, мог разбиться? Ну давай вернемся, побежал направо, покажем торшер. Ой, что-то так притянуто за уши. Не, но не, у меня не либо надо. Торшер, либо статуэтку. Притянуто. Как-то. Мне кажется, надо статуэтку показывать. Потому что мне про показания, что она часы и статуэтку, и что она называется мыслитель, слишком много инфы у нее на этот счет. О, вот да, здесь, да, согласен. Ну давайте. Умирать так умирать. Протестую! Блин. Протестую! Мисс Мэй. Не, нормально. Угадали вроде. Вы сейчас были с нами весьма откровенны. Откровенно? О, я вам только откровенности и подавай. Да, распутник, вы адвокатик. Это следующая часть так будет называться. Вы только что... Другого жанра. Вы только что сказали, что статуэтка мыслитель на самом деле является часами. Миша? Ну, об этом нельзя догадаться, просто посмотрев на нее. Посмотрите на нее. Как вы догадались? Блин! Блин! Спалил! Я вот считаю, что эта девушка является проституткой. И об этом можно сказать, только посмотрев на нее. Один человек, который не так давно был свидетелем, тоже называл эту статуэтку часами. И что с ним стало? Он сел. Его признали виновным в убийстве. А? В убийстве. Видеть. Тишина. Мисс Мэй, вы можете объяснить, как вы узнали, что это часы? А? Мне сказал об этом Эджвард, в смысле, ой, что? Ой, черт. Черт, я вижу черты, черт я появился. Сумасшедшая. А там на входе черт с рогами просто вошел. А остальное не имеет значения. Да как они это принимают во внимание, такие нелепые отговорки? Да, я прочитаю сначала, а потом реагирую. Потому что голос доверительный у БСП, давай. Свидетель видела убийство собственными глазами. Остальное не имеет значения. А, тогда доверяю, все. Сторона защиты пытается запутать всех своими мелочными вопросами. Да как ты вообще дела ведешь? В этом суть в деталях всегда состоит. В смысле мелочные вопросы? Мелочь, слышь. Да, просто она убила, вот это вот глобально, все остальное не имеет значения. Ну что это такое? Что это за парадигма такая? Да, понимаю. Мистер Райт, прошу вас снять свой вопрос. Как снять? И повесить чужой вопрос.
Но ведь вопросы — это все, что у меня есть, ваша честь. Я же что, я без вопросов? Как вы, наверное, помните, такими вопросами я не раз разоблачал убийц. Один раз. Вообще-то раз. Не раз, а раз. Не раз. На самом деле всего лишь один раз, но... Ну ладно, такой же судья. Так, загрузка пошла. Все. Протест принят. Вы можете продолжить допрос, свидетель. Он еще себе молотком по пальцу шарахает, я чувствую. Зачем он здесь нужен, этот судья? Ух, пронесло. Если бы он меня остановил, процесс бы уже был проигран. Так оно работает, да? А, стоп. Только что зацепили. У меня не было инструкции, что говорить как, про часы. А, теперь отвечаем на мой вопрос. Как вы узнали, что это часы? А? Почувствовала сердечком. Сердца у тебя нет, тварь. Потому что я слышала, как они стучат. Что? Через окно? Не-не-не, она намекает на то, что да, часы разговаривают, а она точно не могла этого знать и слышать уж тем более. Точно! Я слышала, как они говорят время. Через два окна? Через два окна? Окна открыты, окна открыты. Это же звуконепроницаемый стеклопакет, как вы из Вентури. А часы-то не рабочие! А вот она и спалилась, часы-то не рабочие! Почему? Это же модель была, Ларри Батса. Да, из них же вытащили механизм, лол! А они все равно же работают. Как они работают без механизма? Нет, вычислили, вы вычислили из них механизм весь. Нет часов там. Там правильно. Пустота. Значит, вы к нам заходили, да? Нет. Я этого не говорил. А вот теперь телефонный разговор приобщить надо будет. Стой там вообще за... Да не нужен телефонный, просто часы тыкай. Я слышала их из своего номера. Часы мы тыкали уже, ты. Офис Фэй партнеры, где произошло убийство, находится совсем рядом с отелем. Да, да, а у нее слух, как у летучей мыши, естественно. Да ничего она не слышала, там механизма нет. Она с легкостью могла услышать часы. Да, ты, но... Да, вот теперь телефонный разговор, все правильно. Нет. А, окей, хорошо. Извините. Давай дальше, мотай, пофиг уже. Не. Устраивают это показание! Я не могу сейчас сдаться. Не устраивает, потому что... Они не работают. Они не работают. Нана. Нана! Ваша честь, дамы и господа. Дамы и джентльмены. Господа. А сеньоры и сеньориты, мадам и месье, и много других обращений я знаю. Эти часы просто никак не могли произнести время. Они пусты. Как ваши слова. Как ваша голова. В них отсутствует часовой механизм. Та-дан-тан-тан-тан! О, механизм! О, механизм? Какой механизм? Откуда вам об этом? Просто посмотрите как можно скорее. Скорее! Быстрее! Посмотрели! Все, пока! Ого! Ого, я умею смотреть, нифига себе! А я думаю, чё я так выпучивал глаза? Уже четвертый стрим. Ну, что там? Что там? Что там? Что там? Что вы видите? Всё именно так, как сказала сторона защиты. А, ну ничего страшного. Там... Сейчас прокурор скажет, да это мелочи, не обращайте внимания. Не, давайте не, дальше. Понимаешь, виновно. Понимаешь, но... такой, там действительно отсутствует часовой механизм, но там 5 килограммов кокаина. Откуда он у вас? Ну чё ты чатик читаешь? Ага. Они совершенно пусты. Офигеть! Ну жопа-то, жопа! Посмотрите, какая жопа! Мистер Райт. Прошу вас объяснить суду, что все это значит. Как вы видите, часы были пусты. Да, господи, вы уже поняли! Они никак не могли произнести время. Они были пусты. А почему? Почему, мистер Райт? А это значит, что свидетель... Не очень. Лох, пидр! Просто огромная лгунья. Да, лгунья. В смысле огромная? Ну, жрет слишком много после шести.
Подождите, сейчас я почешу себе глаз. И в танцы уходит такой из зала суда. Припадок начался. Что же такое? Неплохое шоу вы нам тут устроили. Прикиньте, он сейчас предъявит другие часы, которые с механизмом. Ну вот, вот новые показания. Эти часы, это часы, да. Бонч, он скажет. Ваши часы устарели. Устарели, позвольте, да. Добавлю недостающую часть. Часовой механизм. Вот, смотри, теперь они с часовым механизмом, мистер Райт. Что вы теперь скажете? И судья такой смотрит. Да, действительно. Ну, смотрите, вот, механизм. Идут. Все нормально. Он знал, что часы пустые. Не представляю откуда, но он это знал. Прослушивающее устройство. Вот откуда. Сначала разговор. Боюсь, вы кое-что забыли. Дайте я вас положу на вас пальцем. И в самом деле, часы пусты. Как вы сказали, они не могут произнести время. Но возникает новый вопрос. Когда именно вытащили часовой механизм? Вот теперь разговор нужно. Телефон, да. Теперь телефон ему в хлебало. Если это произошло, если хозяина нет... Если это произошло после того, как свидетель их услышала, то в показаниях противоречий нет. Если противоречий нет... Какая просто беда. Просто берешь телефон и ему так вот, а это что? А это кто сделал? Кто это вытащил? И правда. Нельзя исключать такую возможность. Разнесу дорогу. Механизм могли извлечь после того, как она их услышала. Я тебе сейчас сам механизм извлеку, гад. Именно так и было, ваша честь. Как же там бесит. Вообще, доказательная база у него. Это все в мелочи, так и было. Я так считаю. Это идеальные показания. Блин, чувак, фактология где? Ты его потерял где-то. Что скажете, мистер Райт? На ступеньках выпало. Можете ли вы сказать наверняка, когда был извлечен часовой механизм? Можем. Хо-хо, разумеется, это невозможно. Сейчас ты соснешь, козлина. Это возможно. Сейчас, приготовься. Сейчас будешь промолвку писать. Улыбку посмотри такого Райта. У меня есть доказательства. О, что? Что? Разве не вы мне сказали, что доказательства это все? А? Подколол. Этот совет я не пропустил мимо ушей. И теперь я покажу вам свое доказательство. Раз уж вы их так любите. Какие ватные доказательства. Это любишь хот-доги, как будто в большом стене. Вот улика, показывающая, когда был извлечен часовой механизм. Телефон. Дайте жетон покажем, чисто прикольно. Это жетон адвоката, а значит я не могу врать. БСП, ты уходишь в сумрак. Может свет как-то включить в комнате? А он уже включен. Не видно. А можешь сверить если... Вот я его выключу сейчас, погоди. Я его выключил. Нифига себе. А это я включил. Так что взгляните-ка. Я не могу. Понял. Есть способ еще в этот, ну ладно, неважно. Монитор сделать поярче. Или белый блокнот открыть. А, ну да, еще я чтобы... на фоне ничего не сделал. Ноутпад. Плюс. О! Уже лучше. Ну, тогда я чат не буду видеть. Но... Товарищ судья! Там телефончик не хотите посмотреть? А, очень милый мобильный телефон, да, у меня такой был когда-то. Фу, судья, ты чё, гей? У тебя девчачий телефон, что ли? О, это было очень обидно, я снимаю это обвинение. У кого там дрель? Это не мой телефон. Подождите, это в игре? У меня на 23-м этаже какой-то чувак с бензопилой, судя по всему. За мной Фредди Вурхис этот пришел, Джейсон. Послушайте. Этот телефон принадлежит моей подзащитной. И на нем сохранена запись. Сохрененная просто. Сохранена. Сохрененная запись, от которой вы все сохренеете сейчас. Запись ее разговора с погибшей, состоявшейся в день убийства. Данный номер не может быть вызван. Не, ну посмотрите, какие ляжки. Тишина. О, что-то его корёжит. Чувак потерял. По-моему, он кокса нюхнул. Батёк.
мобильный телефон, подсудимый. Почему мне о нем не сообщили? Ну, извини. Ну, ты не спрашивал. Ну, может, детектив Гамшу не заметил? А он же нам его сам отдал, дебил. Все улики подчистил. А, он, кстати, да, да, точно. Детектив, я прям слежу, мисс Сэм. Ну, что? Я не понял, мисс Сэм. Все. А, понял. Давайте послушаем запись разговора. На данном направлении перегрузка. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Твой сигнал, джип. Ну что, вот это прямое доказательство того. Да, не сделано в виде статуи мыслителя, да, не говорящие. Да, не сделано в виде статуи мыслителя, не говорящие. Ну, пожалуйста, стоит тебя предупредить, что сейчас часы не разговаривают. Они не работают? Ну вот. Извини, мне пришлось вытащить часовой механизм. А можешь делать упор на слове «вытащить», чтобы, ну, как бы усилить? Вытащить. Ну, не в этом смысле, ну ладно, пойдет. Что? 5 сентября, 9:27. Бип. Ваша честь. По-моему, из этого разговора становится ясно, когда именно вытащили часовой механизм. Припечатано. Оп. Разговор был записан утром, еще до того, как свидетель заселился в номер отеля. Да-да-да. Ну, мисс Мэй, хотите объяснить это суду? Сейчас вы еще объясните, откуда у вас записывающее устройство в тумбочке. Как вы узнали, что это были часы? Не, мы, кстати... О, это же... Это же очевидно. Я уже видела такие часы. Как же там магазин назывался? Я так вот часто занимаюсь шопингом. Ну ты же сказала, что ты их слышала, ё-моё, ну же все очевидно. А нет. Я забыла. Да нет, Бонич, мы помним, что очевидно, что Ларри Бац часы делает, а не то, что да. Она забыла. Угу. Точнее, не то, что она шопилась там где-то. Если только у нее не свой магазин этих часов. Значит, свидетель уже видела такие часы, это проясняет дело. Я уже забыл, что было в прошлый раз. Блин, судья, ё-моё. Сторона защиты желает выразить протест. Да. Да. Ну, конечно, да. Свидетель утверждает, что она уже видела такие часы. Но это напрямую противоречит одной улике. Ой. А, у нас же есть такие же часы. Да, но там написано на них, кто их сделал. Ну, он, наверное, с прошлого дела сейчас подтянет инфу. А, предъявитель видел, что она не видела такие часы. Вот в чем тут главное. Что не видел такие часы. А если на статую тыкнуть, это наша или старая, или новая? Не-не, мы ее, во-первых, уже показывали. Вот, сделано Ларри Батсом. Написано же. Да-да-да, давайте. Попробуем, еще раз часы. Ну, это как-то туповато два раза часы, но, видимо, других вариантов нет. А давайте ей план сейчас, вот записку Майя. Вот в этой записке написано. Она не видела этих часов. Ну, нам больше нечего показывать. А в чек магазина там подробнее можно нажать? Нет, там ничего нету. А, тут вообще подробнее. Ладно, погнали. Все просто. Этих часов никогда не было ни в каком магазине. Ну тогда да. Мама, да ты их сделали! В смысле? Их сделал мой друг. Во всем мире лишь двое таких часов. И что, одни из них в данный момент находятся в полицейском архиве. И вторые туда же. Это чушь, все можно купить в магазине. В магазине Ларри Батса такой, опа. Мисс Мэй, возможно, вам стоит прикупить себе оправдание получше. Ха-ха-ха, подколол. Сейчас будет новость приятная для Миши, на Твиче стрим отвалился. Да, друзья, ну несовершенная платформа. Смотрите на Good Game, тут никогда ничего не отвалится. Так, там уже что начала делать там уже? Что, что? На оправдание нынче скидок нет? Что происходит вообще? Говорит! Ого, что? Что с ней? Это... Бонич, это как в этом, в Негрозе Южному Централу. Да-да-да. Я когда выпил, становлюсь немножечко бешеной. Немножко сумасшедший.
Ну давай, детка, выпей, а покажи мне все свои страхи. Дело, ежиная башка. А что такое, о чем так заговорили? Забит уже на эти тупые часы, усёк! Это ж Мимёнгве! Это ж демон ночи, да? Она убийца и должна за это умереть! Сдохнуть! Офигеть просто! Не, ну вы видели, какие ляжки! Ничего себе у вас крутится там! Давайте не будем спешить! Покрутите еще раз! Мы находимся в зале суда, я прошу свидетелей успокоиться! Узбагозя. Или продолжайте хотя бы помедленнее. О! Че, он себе что-то вставила, по-моему. Ох! Какая я глупышка! Что? Она в несознанку уходит, товарищ судья! Я, типа, сорвалась, да? Да, есть чуть-чуть четко. С крючка, да. Ой, и правда. Тей, смотри, сейчас с этого стрима таких звуков нарежут. Тебе будут потом новеллы делать. Моих стримов уже не таких звуков нарезали. А, я понял, окей. Мисс Мэй, позвольте поинтересоваться, как что это у вас делаете там всё-таки сегодня крутится? Вечером? Луна нестабильна просто. Скажите, как вы узнали, что это орудие убийства? В смысле, что это часы? Да ты туда же, козел бородатый! Че тебе надо? Мы ж тебе заплатили! О боже! Так о вы боже. Трансгендер! У стороны защиты есть мысли по поводу этого странного поведения? А, мы же тут все доктора? Так, ладно, пора брать быка за рога. И там следующий кадр, и бык такой стоит в зале. Просто из него. Иванович, позвольте мне высказать свою теорию по поводу происходящего. Виноваты масоны. Мисс Эприл Мэй, вы знали, что эти были часы, потому что... Вы о них слышали? Не, вы брали. Вы о них слышали по телефону! По телефону! А-а-а, свидетель не брала. Но тут проблема сейчас будет. Мы не можем приобщать улики, которые мы добыли у нее. Это мы у тебя не можем, а здесь можем. Да. А. Тем не менее, она слышала, что это были часы. С таким судьей мы все можем. Она слышала? Подслушивающее устройство. Малыш! Да, именно так, ваша честь. Сейчас я вам отвертку покажу. Только так она могла узнать, что мыслитель — это часы. Опа! И у меня есть доказательства. Вот с помощью этой отвертки отвинтили прослушивающее устройство. Так-так, интересно. Давайте посмотрим. Какая улика доказывает, что свидетель слышала, что это часы? Добрый вечер, я диспетчер. Взгляните-ка на это. Что это? Это антенна? Это я балуюсь, когда одна дома. Я нашел это в номере. Ой, Бонич, ты что? Бонич, ну Бонич, куда ты, на какие сайты ты полез? Ну что, ну имей совесть, ну не на стриме же это делать. Он пошел гуглить устройство, которое сейчас, секунду. А, меня заблокировали реально на Твиче, прикиньте. Смотри, это сказал, это не важная и стабильная платформа, а сам полез. А почему заблокировали? Меня заблочили на Твиче, за что? А знаешь за что? А за то, что лох... Пидор? Этот. Да. А может быть, потому что у меня лицо черное, я в тени там. О, так быстро? Ты серьезно? Так быстро. Слушай, а на тебя что там жалуются кто-то на Твиче из твоих? Или я они не так знаю. Мониторят? Было слово гей. Есть... А что, гей это ругательное слово? Слово гей не банят. Банят за... Хоть скажи, за кипа банер. Это же мимас! Это мимас! Вы... Что? А это вот сейчас будешь техподдержки Твича рассказывать. Господи, давай, Бонич, я назову все слова, за которые банят. Какая чушь. Окей. Это из-за трансгендера? А это тоже ругательство? Это боты банят, а не репорты. Гомофоб. Охренеть. Ладно. А Миша прочитал или нет? Да, нет, я просто... Я мистер вижу, Райт! Как Бонича. Да. Да.
Ну что, прошу вас объяснить нам, что это за устройство такое? Куда это вставляется? Что оно делает? Какие там батарейки? Ой, да я вам сейчас объясню, куда вставляются. Где батарейки? Это не то устройство. Куда вы вставляли это устройство? Вы подслушали телефонные разговоры убитой мисс Мии Фэй, не так ли? Протестую. Ваша честь, это не имеет отношения к рассматриваемому ты делу. Ты не имеешь отношения к рассматриваемому делу. Алмаз, спасибо. Спасибо, Алмаз. Что за... Спасибо. А я так не считаю. Протест отклонен. Меня очень озадачил тот факт, что у судителя есть устройство для подслушивания разговоров. А он... возмутительно. Неужели никто не смеет мне приказывать? Сторона защиты вправду утверждает, что она подслушала разговор? Да. Да. За моего отца! Даже если бы это было так, хотя это не так. Это не так. Вы должны доказать еще кое-что. Откуда у меня этот костюм? Упоминала ли погибшая по телефону о том, что это были часы? Чего? Ну так-то Стейка да. Стейка настонала на бан Бонича на Твиче. Да? А чё сразу Стейка? Тей, теперь я на твой канал буду стримить. Не надо. Не, погоди, а если... Не-не-не, стоп. Objection. Если Тей мне сказала, что... Нам, точнее, сказала, что её и не такие звуки нарезали, а она сколько уже стримит. Её же не забанили, значит, получается... Это потому, что я чёрный. Орел. Я знаю. Нагнал ты нам. Вы можете это доказать? Уверен, что нет. А, ты уже был уверен. А вот и могу. Просто. Не знаю, что? Что? Сейчас у меня... Уж не да. Вот доказательства. Опять выкладывает. Эта улика докажет, что погибший упоминал о часах по телефону. Но только телефон. Телефон? Давайте почитаем. Да-да-да. Но дальше. Ну дальше там будет. Да, это часы. Это часы. Все. Ну такие они тупые, это же было. Ну. Твою мать, ну это странно. Сейчас опять вот это вот. Мобильный телефон мой подзащитный. О, у тебя розовый телефон, ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Да, мы его уже видели. Послушайте, говорю, разговор между моей подзащитной и погибшей еще раз. Пожалуйста. Бип. Ну, вот, мотай, мы короче, уже все понятно, слышали, да. Мисс Эйприл Мэй, вы подслушали их разговор с помощью этого устройства. Именно так вы узнали, что мыслитель — это часы. Опа. Аж музыка разве зависла. Не прав? Ну что вы, что вы? Нет, Джесс Уокер, подслушка была в телефоне, они потом отвинтили из телефона его. И принесли ей в номер зачем-то. Здравствуйте, Баньвур. Twitch стремится поддерживать безопасность сообщества для каждого участника. Поэтому мы требуем от всех пользователей, чтобы любые материалы, которыми они делятся в своих учетных записях, соответствовали условиям обслуживания и правилам сообщества. Исходя из материалов или отчетов о вашей активности, на вашу учетную запись подана жалоба о нарушении правил сообщества. Как следствие, ваш доступ к сервисам Twitch временно ограничен. Неоднократные нарушения могут привести... То есть какой-то хмырь просто накатал на не меня хмырь, жалобу. Он же на Твиче, надо говорить, какой-то... Пидор, вот, пидор, вот сейчас я уже могу это говорить. Какой-то лох. Подождите. Сидор. То есть на любого чувака ранг... Не-не-не, Бонич, давай это оставим для отдельного видео, которое потом выйдет на твоем канале, я уверен, на эту тему. БСП мутикнулся на русском, что? Причина, оскорбительное обращение или символы. Блин, надо вычислить этого человека. Я в шоке просто. Мы поможем тебе со стороны ГГ. Что за говно происходит? Извините, это не по-твичевски было. Спасибо, Квайдан, большое. Так, значит так. За что забанили? Причина, оскорбительное обращение или символы? Вот видите, это была не я. Использование оскорбительный символ, Тей.
использование оскорбительных обращений, унизительных символов или эмблем. Да ё-моё, что теперь на Твиче нужно стримить, как в музее, что ли? Добрый вечер, дамы и господа. Бонч с подключением, как давно они уже ввели политику, я не знаю, как ты так... Значит, унизительных символов или эмблем групп, разжигающих ненависть. Без контекста это, или это таким вот образом, вот эти, который может причинить вред. Как пидор может причинить вред, скажите мне? К примерам поведения, да, нарушающего правила. А, Бонч, одно другое не вычеркивает вообще. Его, оскорбление другого лица во время трансляции с использованием унизительных обращений. Ну, а, все, а давайте теперь это будет. Не, подождите, а какие доказательства? Объясните, можно вот просто так накатать жалобу, а где доказательства? Ну же должен был что-то приложить. Ты в курсе, что ты не можешь... Если у тебя есть партнерка, у тебя, видимо, есть какая-то там партнерка. Компаньонка, да. Вот, компаньонка, ты не можешь негативно высказываться о Твиче и политике Твича, даже, вне, Твича. Да, даже вне стримов. То, что ты сейчас говоришь и показываешь. Говорит и показывает. Твои яйца у них в руках. Оскорбление другого лица во время трансляции с использованием унизительных обращений, что было, конечно, не раз осуществлено. Отправка в чате ISC2 кодов для обозначения оскорбительных символов. Аски они называются, Бонич. Загрузка в профиль контента, содержащего оскорбительные обращения, унизительные символы. Да вы достали со своими унизительными символами. Какие нахер унизительные? Или эмблем групп. Какую группу? Может, я группа ВКонтакте, Бонич. Группа давайте крови продолжать уже. Это... Не, подожди, да, Сережа, я дочитаю. Мало времени осталось. Да забей. А где ты потом все равно, говорю, трансляции? Ты все равно все потом записываешь 7 видео. 7 дней. На 7 дней меня того... Класс. Поехали. Отлично. Ну, товарищи на Good Game, приходите. Я протестую, ваша честь. Я протестую. Из унизительных групп я только свою группу ВКонтакте рекламирую, и все. Протестую, ваша честь. Это просто смешно. Видите, как я смеюсь. Ваша честь, гляните на лицо свидетеля. Считаете ей весело? Вы отличный у них аргумент. Сторона защиты требует ответа. Что? Прикольно, спасибо. Адвокат классно выиграл на Ниву в StarCraft 2. Адвокат играл в StarCraft 2. Стример сломался, внесите нового. Свидетель, ответьте на вопрос, вы прослушивали ее телефон? Мяу. Я глухая. Что? Кто? Мисс Мэй. А что музыка исчезла? Да, а чтобы из-за тебя... Из-за... Чтобы за тебя извинять, тебя тоже не запомнили. Нифига себе. У него глаз дергается смешно. Только глаз ты заметил, что дергается смешно? Смешно только глаз. Тун-тун-тун-тун. Динамика пошла. Нечестно. Вы все на меня накинулись. Ох. А надо было если по быть. Очереди, я привыкла по я очереди. Я такая плохая девочка, да. Текст песни какой-то. Получилось, теперь все увидели истинное лицо Эйприл Мэй, что? Какое? Я не понял. Причина прослушки. Ну это не вы убили ее, конечно. Это... Вот, мы же видели, кто убил. Да. Слушай, куда музыка делась? Это не она убивала. Причина прослушки. Зачем вы прослушивали ее телефон? Чтобы знать про часы. Очевидно. Так, отвечайте на вопрос. А надо. Разве тут дело об убийстве обсуждается? То, что я... подслушивала, типа, неважно, так там. Охренеть теперь. Черт, она говорит в точности то, что хочет услышать от нее Эджвард. Совпадение? На ней тоже прослушивающее устройство. Или на Эджварде. В голове, да, у нее. Или на судье. Мисс Мэй, вы подслушивали телефонные разговоры погибшей. Да как у вас язык повернулся? Назвать это неважным. Ну о, жопа, как повернулся, ребята, язык, ну жопа язык повернулся. Хоть суд... Пусть и суд. Хоть суд и не одобряет тон стороны защиты, мистер Райт прав.
Да. Итак, господа присяжные заседатели, мисс Мэй, как вы это объясните? Можете ли вы доказать, что две параллельные прямые не пересекаются? Что не замешано в этом убийстве, хоть и прослушивали телефон жертвы? Да, поглядим, как она теперь выкрутится. Ну, я красивая. Я видела, как вы коварно ухмыльнулись. Что? Наверное, вы подумали, поглядим, как она теперь выкрутится. Она и тоже так... медиум, ребята. Так ли так? Она тоже медиум. Так конкуренция. Ли? А, она убрала ее, потому что у них рынок, видимо, поделен да. был как-то. Да, но не она убила ее. Какая-то тоже не клеится версия. О, вы не первый такой, знаете ли. Конечно, я все как выкручу. Сейчас вам прям все. Ну-ка, ну-ка. Что? Что да нам выкрутим сейчас? Прям здесь, что ли, быть не может? Может, говорю вам, может. И уверяю вас, я это серьезно, мистер Андрос. По-моему, у нее крыша поехала уже все. Так. Значит, убийство произошло примерно в 21 с ноликами, да? Но ведь именно в это время мой номер обслуживал тот симпотненький посыльный. А, которому похрен, ну все. Пишет конфиденциальность. А, обслуживали? Ну не только ж я всех обслуживаю. Я попросила его принести кофеечку с ледиком. Ты ведь понимаешь, что такое кофеечек с ледиком? Это как обычный кофеечек, только там есть еще и ледик. Ты ведь понимаешь? Ты ведь понимаешь, что такое ледик? Это как водичка, только замороженная. Ты понимаешь, что только такое водичка? Только подтвердит, да. Сначала она мягкая, это как водород, только еще кислорода атом добавили. И все, я сейчас такая ушла в эту хрень, такая, ну все, я доказала. Если его быстренько не выпить, ледик будет таять, и получится просто кофе с водичкой. Кофе со льдом. Это все доказывает. Думаешь, я все выдумала? Спроси посыльного. Ренга спросил, ты... да, водород. Ой, да. Не упоминайте водород, а то на Твиче забанят. Следовательно, свидетеля не было на месте преступления во время убийства. А мы не говорили, что она была так-то. И что? Мы говорили, что она подслушивает, лол, кек. Нам нужно ее причастность просто доказать. Что у нас? Сейчас понесло уже, да? Итак, к чему нас это привело? Я сам не понял, поэтому вас спрашиваю. К моему глубокому сожалению нас это привело. Я должен сообщить вам, что... свидетель действительно подслушивал телефонные разговоры погибшей. А, мы теперь ее под поезд бросаем, да? Но! Но и это еще не все. В подарок вы получите Уинстон Фишерман. Он компактен, его можно положить куда угодно. Это отдельное преступление, не связанное с рассматриваемым делом. Как это не связано? Вообще никак не связано. Просто два случайные совпадения. Да мы не доказываем, что это она его ее убила. Мы доказываем, что она замешана в каком-то другом деле. Что, о, господи. Ее показания остаются в силе. Она видела, как подсудимая Майя Фэй совершила убийство. А то, что она аффилирована явно какой-то другой стороной, это ничего не дает, да, вообще? Нет, они же сейчас отпустят ее на все четыре стороны. Четыре стороны? Сразу это четыре уйдет. Неплохо. Я проиграю, если не докажу, что мисс Мэй как-то замешана в этом убийстве. Ё-моё. Стороне защиты есть что сказать? Или показать? Ну, давай же придумай что-нибудь. Посыльного, как свидетелей или продолжить. Ну, нет, просто да, если допрашивать, продолжить, мы к ней ничего не сможем больше предъявить. Из-за мы можем, знаешь, что предъявить? Опять-таки, в телефоне план? Упоминание о том, то, что улика была. А как ты, блин, ты так классно говоришь, а как мы ему дадим понять, что мы хотим это спросить? Ну, то есть, продолжим допрашивать, нам есть что еще предъявить. То есть, это она не услышала факт. Важный факт. Просто там разговор свидетеля... разговор о сокрытии важной улики из часов, которой на месте нету. И она это слышала, и, следовательно, такая информация просто так. Слушай, не если бы это сейчас было как...
Dungeons and Dragons, и был у нас вот этот Dungeon Master, которому могли все это апеллировать, а то, возможно, я бы с тобой согласился, ну, тут просто окей. Нет таких опций. Давай методом от обратного вызовем мы посыльного, и что он скажет? Ну да, на какие-то новая инфа. Не, новая инфа, потому что у нас есть возможность его что-то поспрашивать. А давайте в следующий раз уже пора ехать. Куда ехать? В суд? В кино. Какое кино? Ну, какое-то там кино. Если это Mortal Kombat, можешь не ехать. Ребята, перекрестный допрос, давайте, быстрее. Что еще? А в какой кинотеатр? Как называется, Ир? Продолжить допрашивать, Михаил. Ну, мы засейвились, на самом деле, так что можно продолжить. Она говорила то, что посыльный точно подтвердит. У нее там все схвачено. Понял. Ну, посыльный, похоже, куплен с потрохами, да. А мне кажется, он наоборот на него насрать, он уже такой, типа, всех пустил, как бы это. Если так, ну, тот же самый. Подведем итог. Отлично посидели, Бонивур с твичом разбирается. Поздравляю. Мы рады тебя на Гудгейме видеть. Ты же всегда можешь начальству, если что, руководство написать. Если там кто-то пожалуется, мы можем его найти, вычислить и приехать к нему. Или, по крайней мере, тебе адрес его сдать. Вот. Этому крысенышу мелкому тоже привет, который шкодит. И спасибо вам большое за компанию. Было весело. Веселее, чем в прошлый раз. Да не уж, конечно, да, особенно потому мне. Что это всегда весело. Плюс хорошая компания, минус Twitch. Два плюса в итоге, да. Ладно, спасибо, ребята. Пока. Всем спасибо, пока, все способны. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, ну я даже не знаю, что сказать. Я выпущу серию разоблачительных видео, но, судя по всему, действительно какая-то мелкая гнида на меня насексотила на Твиче, отправив клип с фразой «Лох пидор», которая является цитированием известного мема. Потрясающе, конечно, все это. Я что хочу сказать, что никакой защиты от подобных акций у Твича нет, получается, и что, в принципе, любой канал можно забанить вот такими вот жалобами, заспамить его и все. И, в общем, никакой страховки от того, что ты там не ляпнешь что-нибудь во время трансляции, не скажешь что-нибудь, ну, не будет что-то вырвано из контекста и заклиповано так, как нужно представить, да, ну, никаких гарантий нет. Соответственно, все под ударом. Ну, вообще интересная история. Надо вообще каждый день сотни таких историй всплывает, Twitch специально так все организовал. Ну да, да. Ну, видите, Twitch вообще под одну гребенку все гребет, то есть он просто отталкивается от слова. То есть, условно, если бы на Твиче было запрещено слово «репа», то в каком бы контексте ты... Ну, у некоторых слов есть двойной смысл, например, да. И если ты произносишь слово в нужном смысле, оно означает одно. А если не в нужном, то другое. Но Твич тебя по факту будет банить за это слово, что бы ты под ним не подразумевал. Это очень странная технология. Ладно, минус 7 дней, хотя, конечно, попробую какую-то апелляцию подать, посмотрим, получится или нет. И, как правильно сказал Миша, ну, привет этой мерзкой гниде с доносом. Спасибо большое за поддержку, ребят, спасибо большое всем, кто смотрит. У нас хорошая компания, такая плотненькая, теплая собралась. Квайдану, Графичу, Арелу и Алмазу спасибо за донатики. Увидимся с вами завтра на Твиче, блин, пока.